купались, потом вот увидели такой странный дым над городом. Поднимается черный, сослав курортом в сторону города, больше я бы сказал. За церковью и туда дальше. Непонятно, что там горит или догорает. Сегодня ночью шинок сгорел на Артема или чуть-чуть сгорел. Это уже определят пожарные, какие там причины. Скорее всего, деньги. Что-то не поделили с кем-то. Или еще что-то. Ну, основные причины всего, всех бед, всех конфликтов, это деньги. Там тоже что-то вдали дымится, но это уже не видно. Это отчетливо так. Дым пошел куда-то. Много каких-то пожаров, кроме того, что и лес горит где-то далеко, вот таких локальных.